заслужение Игнатия Лапкина за канал YouTube «Во свете Библии». Через него мы познакомились с этим благодатным, благословенным православным миссионером. И здесь, в Лондоне, перед вами церковь из Вимблдона, Дом Божий, пастор Павел. Все мы переживаем за то, чтобы это миссионерское путешествие по Европе, а потом по северу России несло свет благовестия. И мы хотим помолиться молитвой Иовиса. Теперь эта молитва, она и для нас каждого становится соучастием в этом служении. Будем молиться. О, если бы ты благословил рабов твоих, Игнатия Александра и Виктора, твоим благословением, и распространил пределы их миссионерского служения, от Японии до Ирландии, и рука твоя была с ними в таинстве благовестия. Охраняя их от зла, чтобы никто из них не горевал. Аминь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.